Привет, дети! Привет, взрослые! Меня зовут Евгений Нагих. Многие из вас знают меня как актера, режиссера. Кто-то знает как психолога. А кто-то знает как видеографа. Я решил объединить три своих опыта в одну большую и очень интересную историю. В молодежную киностудию «Доброслов». Вот вы любите кино? Да-да, конкретно ты. Любишь кино? А ты хотел бы стать актером? Знаменитым актером, которого будут узнавать на улице, у которого будет много поклонников или поклонниц? Или, быть может, твое призвание сочинять увлекательные истории, сценарии, которые впоследствии снимет какой-нибудь именитый известный режиссер? Или ты сам станешь в будущем известным режиссером, который порадует мир своим новым киношедевром? А может быть, ты будущий оператор-постановщик, продюсер, гафер, гример, каскадер? Как много профессий в кино. Если хотя бы на один вопрос ты, как и я, ответил утвердительно, тогда тебе точно нужно прийти в молодежную киностудию «Доброслов». Чем мы будем заниматься? Актерским мастерством, писать сценарии и снимать. Снимать ролики, клипы, короткие метры. Помните, друзья, любая большая дорога начинается с первого шага. Давайте будем шагать вместе. Стоп, снято.